生茶。Какая-то чай-мешалка. Тегуанин 100克. Нужного количества. Три. О, смотри, она себе вынула. Машина сделала, видишь, она их прессанула. Это туда закидываешь чай, а потом она по пакетикам тебе купит, по сколько нужно, ну, говоришь там ей, сыпь по 50 грамм, сыпь по 100 грамм, и она тебе насыпает по столько грамм. Вот она, видишь, насыпала себе. Вот с такими ценами на клиенты вроде нас они хоть что-то зарабатывают. Не знаю, но она же нас не выгоняет. Угу, потому что... Но я вот когда к ней последний раз приходила, я у нее оставила 6000 рублей. Но я покупала много маленьких пакетиков в подарок брала. То есть иногда, ну как бы я не оптовый клиент, но я же покупаю. Мне кажется, когда кто-то к ней приходит что-то покупать, все равно хорошо. Угу. Не знаю. Просто если сравнить цены с теми, которые в России... Ну вот я, кстати, выписала, можно будет поспрашивать. Я выписала как раз российские цены. Сейчас мы, если будем находить, будем сравнивать. Вот российские цены за 50 грамм, вот, например, один белый чай за 50 грамм стоит 1400 рублей. Но здесь он столько не будет стоить. А здесь он стоит примерно... Столько будет за 500 грамм стоит? 5 раз. 5 раз, да. Я поэтому даже с ними уже не торгуюсь. Мне в целом все равно, сколько стоит, потому что я знаю, что в России я бы это в 100 раз дороже купила. Наоборот, ему так, наверное, удобнее. Тебе слышно будет, если я отсюда буду говорить? Да, микрофон направлен. Сейчас будем пробовать зеленый чай. Когда я самотя выйду. Самотя выйду. Чем буду? Тяга. 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 Она спросила вам, какой чай, дорогой или дешевый? Есть за 100, есть за 200, есть за 500, как обычно. Вот я сказала, что средний давайте. За 200? Да. Потому что вещи, которые стоят 5-6 тысяч. Рублей, да, за полкило. Нет, юаней. А, юаней. Ну, такой чай она мне не предлагала. Мне кажется, я не выгляжу на того человека, который будет такой чай пить. А я выгляжу. Вот день. Такой зеленый чай. Это зеленый чай, который, ну, если кто-то любит зеленый, то его обычно, ну, говорят, что очень крутой зеленый. Понюхай. Пахнет как сено. Понюхай. Да. Как травка. Ну, мы с Даней вообще капец как любим этот чай. Это просто лудзиня выпить вечером. Так он расслабляет или... Нет, ни один чай вообще не расслабляет. Но если только пуэр может чуть-чуть. Но вообще они все тонизируют. Mm-hmm. Все чаи тонизируют. Я, в смысле, пытаюсь определение дать, но я не могу. Хоть и прозрачный, но он ядрёный, мне кажется. Попробовала? Да. Кстати, она хорошо заварила. Очень вкусно получилось. Не понимаю. Чем-то отдаёт, но понять не могу чем. Давай. За 500 грамм 180 юаней, она мне сказала. 180 юаней, это сколько в рублях? 1500 рублей. За 1500 рублей? За 500 грамм. 100 грамм, это сколько? 100 грамм, это 150 грамм. 300. Ну, 500. Делить на 5 просто 300. 300 за сколько? 300 за 100. 100 грамм. 300, то есть 150 рублей 50 грамм. 150 рублей 50 грамм это у нее, а в России за 50 грамм 780 рублей. 5 раз. Вот и все. Пьем дальше.
что будет сейчас? Еще раз на камеру. Надо, сейчас будем пить первый раз китайский черный чай. А то все красный, красный. Тут сейчас по черному пойдем. По черному? По черному. Дане не понравилось. Пробовала, но странный. Я еще не поняла, нравится мне или нет, но он странный. Я такой еще не пила. Я попробую. Я странные вещи люблю. Почему-то отдают сеном, опять-таки. Это, знаешь, заплесневелое масло. У меня такие ассоциации. Вот масло же есть сливочное, когда оно плесневеет. Вот такое масло заплесневелое, да? У меня такие ассоциации. Реально, сейчас я об этом думаю. Но я пока не смотрела, чтобы его купить. Сейчас мы сейчас пробовали черный чай. Сейчас будет мой любимый белый чай. Мой любимый из видов белого чая. Байхао и Джейн. Не знаю, сейчас она покажет, посмотрим. Но у него вкус очень тонкий. Не знаю, почувствуем мы его сейчас или нет. Засними там иголочки такие, прям с ворсиночками. Не знаю, возьмет камера, не возьмет. Там прям ворсиночки. Да, да, да. Белый чай, он наименее ферментированный. То есть его как собрали, так и сохранили. И его надо хранить в холодильнике. Видишь беленькие ворсиночки? Mm-hmm. По-русски переводится как серебряные иглы. Понюхай. Только поближе нюхай. Mm-hmm. Чисто. Его что сложнее есть запах, как понять вкус, потому что, ну, особенно после терпки. Mm-hmm. Ну, по запаху что-то знакомое. Его надо несколько чашек попить, потому что с первого раза сначала кажется, что просто кипяток пьешь. Я чувствую прям сухофрукты. Очень сладкий, очень приятный аромат. Очень вкусный пахнет. Я обожаю его за запах именно. Не за вкус? У него очень вкусное послевкусие. Вот ты попила этот чай, потом идешь, у тебя внутри как будто вот этот запах, который ты нюхала, он как будто у тебя внутри. Вот. Но не все чувствуют, короче, не всегда. Иногда бывает, надо попробовать много раз несколько разных вкусов китайского чая, чтобы понять белый, потому что белый очень реально странный вкус. А, не понимаю я. Это как будто вода с травой. Веселительный? Нет. С обычной травой. Не знаю. Как тебе? Пока пьешь. Мне кажется, я все чувствую. Молодец. Ну, я даже уже по запаху чувствую, по вкусу тем более. А вот сейчас мы понимаем, кто из нас здесь самый плебей. И это, походу, я. Чай вкуснее пахнет, чем, да, вот чай эта вкуснее штука. Твоя. Я бы хотела ебать. Я. Вот такой красивый чайный набор. Вот они на таких вот плиточках кипятят, ставят чайничек, кипятят, и вот заваривают, кипяточек наливается. Удобненько. Смотри, сколько. Это, смотри, доска, и сразу уже плиточка стоит. Угу. Прикольно. Красиво. Вот, смотри. Зачем досочка нужна? Вот у нас досочка. И завариваем чай, потом, когда воду сливаем, тут такой поддон. В поддоне вода накапливается, потом выливать из поддона лишний чай. Вот, и есть еще вот такие штучки. Это выкачивать, чтобы не вставать из-за стола и переливать чай. Вот такие штучки используются. Тут типа насосика, и он сливаться будет в ведерко, которое можно рядышком поставить. Это большая доска. А вот у этой что-то я не вижу поддона.
А может быть, он открывается? Я не знаю, как он открывается. Ну вот он пластиковый, не знаю, как он. Ну вот здесь есть вот эти. Видимо, вот так это делается, вот так сливается. Но это неудобно. Это надо всю церемонию останавливать. Лучше, чтобы он выезжал, конечно. А церемония это преимущественно русская или китайская штука? Ну, вообще, это китайская штука, просто, как мне кажется, в России к этому относится ответственнее. То есть, сколько я чайных мастеров в России знаю, они прям соблюдают все традиции, у них есть какие-то соревнования между собой, насколько профессиональнее, там, не дотрагиваясь до чая, один мастер или другой сделал, насколько богаче раскрылся вкус. В Китае я такого не встречала, они тупо заваривают, вот как на рынке, как вот обычно для всех туристов. Чтобы это было как-то эстетически красиво, ты за это заплатишь кучу денег, но это будет сделано очень спустя рукава, возможно, потому что туристы, ну, не очень понимают. Но, как мне кажется, русские более заморачивают в традициях, зачем это делать и так далее. Вот в таких чайничках лучше всего заваривать пуэр, в чайничках из глины. А вот где гайвань? Гайвань называется. Туда, как нам сейчас делали, туда закидываешь чай, наливаешь кипяток, вот так вот держишь, потом крышечку отставляешь и сливаешь. Я не знаю, как правильно держать. Вот, но в них завариваются зеленые чаи, желтые чаи, ну все легкие чаи. А пуэры и темные чаи лучше заваривать в чайничке. Ну, в общем, вот такая получилась вторая часть видео. Надеюсь, она вам понравилась. Мы рассказали здесь немножко о ценах, немножко рассказали о других вещах. В описании под видео я поставил ссылку на канал Дани и Леры, они также рассказывают про Китай. Кроме того, в описании будут ссылки на мои социальные сети и также ссылка на мой сайт, где вы сможете посмотреть все мои социальные сети. Кроме того, вы сможете там же посмотреть цены на некоторые вещи здесь в Китае, потому что я специально сделал прайс-лист, по которому вы можете более-менее ориентироваться. Все цены указаны для официалов, то есть от официальных поставщиков. Что же еще? Если вы не подписаны на канал, то подписывайтесь. Если есть вопросы, то оставляйте в комментариях. Я думаю, у кого-то остались какие-то вопросы. Если вам видео с Даней и Лерой понравилось, и вообще вам понравился такой формат, то я постараюсь его делать чаще, потому что получается его делать немножко проще. Да, монтажа здесь особенно нету, потому что мне сейчас нужно по нескольким командировкам помотаться. Блин. Хочу в отпуск. В общем, всем спасибо и пока.